Связи со школьниками региона представители ведущих российских компаний. Учащимся рассказывают, как разрабатывается и где применяется искусственный интеллект, а также объясняют, как самому создавать технологии будущего. С помощью таких уроков формируют интерес молодого поколения к техническим профессиям, которые сегодня в тренде. Одним из основных аспектов, которые сейчас есть, это является как раз подготовка той школьной аудитории, которая по выходе уже будет ориентировать себя на ту или иную профессиональную деятельность, либо выбирать тот или иной профессиональный путь. И здесь урок цифры является как раз тем самым мотивирующим фактором, который, ну, я думаю, что и надеюсь, позволит определиться с тем направлением и отдать предпочтение, в том числе технической составляющей. Сейчас в Самарской области более 9 тысяч компаний, которые связаны с цифровыми технологиями, и многие из них нуждаются в компетентных кадрах. Этот проект в первую очередь, ну, помимо своей образовательной нагрузки, носит очень хороший имиджевый характер как для региона нашего, который, как известно, является одним из центров компетенций в подготовке кадров для цифровой экономики, а это не только программисты, это не только IT-менеджеры, но это еще и много сопутствующих специальностей, которые так или иначе связаны с IT. Это дизайн, например, это специалисты по компьютерной безопасности, это системные администраторы. Эксперты ответили на вопросы школьников, в том числе о карьерных возможностях в сфере информационных технологий. Подобные уроки уже третий год подряд проходят во всех образовательных учреждениях страны. Светлана Кудрявцева, Владимир Алехин. События.